Так, суперсекретный стрим рейнджеров. Интернет насажил. Давайте попробуем. Конечно, хорошо, что пока не с раунда интернет умер. Но хотелось бы, чтобы трансляция не прерывалась. Второй стрим задний, не говори. Правда, для статистики будет плохо. Очень. Так, сейчас. О, мне же нужно поправить все, да? Править все. Значит, здесь чат. А, космических рейнджеров поставить. Space. Rangers War Apart. Там сидя. Права. Эй, что жили? О, жили. Я работки вам верну. Не переживайте. Хотя нет, переживайте. Нет, не станция, нефиг доказывать. Патчи Рейнджерс. Возвращение рядового сморка. Хорошо, хоть я живу в интернет. Это грустно было бы. Мы сделали этот квест на прошлом стриме. Это ужаснейший квест. Мы это сделали. Пошли наши злосчастные кредиты получим. А уже ни разу не рядовой. Кстати, кто у нас? Наемник, а... Кадет. Молодой кадет или сморг? Самый быстрый квест на полтора часа. В Атрию полетели сдаваться. Атрия. У нас где-нибудь простаивают наши? Простаивают. В Атрии как раз простаивают. Прекрасно. Двенадцать лет в Азкабане. Так, с чего начнем? Планета Прету. Тюлды. Пиреней. А, я еще не долетел, потому что в Атрию летим. Вот так вот, чат. Интернет выключился, уже со станции улетели. Получается, завтра наш стрим в кредит? Да, да. 100% релаг. Хоть здесь не лагает чат. Там дилейшена нет. Вот здесь космические ветра, SSD. Пина. Как же планеты хорошо нарисованы. Задники прекрасные. Так, дрон, тебя чинить надо. Движок. Да, продадим, продадим. Фигня всякая. Меня модули больше всего интересуют здесь. Большой барьер. О, здорово, Фаренгейт. Мы снова в эфире. Какого, кстати, года рейнджеры? Чё-то даже не знаю. Довольно дешево продавать. Давайте на другой планете сбагрим. Так, чиним наш прекрасный зонт. Это нужно сдать. Это можно здесь продать. Хм, кстати, у нас здесь... Цену торговли поднять. Давайте. Вот мини стрим, да? Пропустил столько стримов. Не то чтобы они часто были. А следующая наша планета будет Притун. Вторая четвертого года. Почти 20 лет игре.
Варапарт, ну, 12, это уже переделка была. Вторые рейнджеры, это получается 4, да? Прекрасно выглядит планета. Наркотики, хлеб. Ракетанк. Неплохая штука, на самом деле. На какой стадии игры? Мид где-то. 7 лет. 7 лет. Не особо-то воюем с этими заминаторами. Так, а нам на планету Цыпса. Квестик взять. В идеале еще один взять. Поэтому мы же недавно корпус купили, да? Да, недавно. 800. Это лучше, чем Терри, большинство современных игр, да? Мне говорят, конечно, что выгодно, но я им не верю. Вот это выгодно. Хотя... С собой чуть потаскаем. Прекрасно. Зеленая миля. Награда. Медалька. Спецзадание. Пейджеры, извините. Уничтожить корабль. Нет, не хочу. 90 кредитов. 90 тысяч. В Талат прилететь, да? А, я не починил этот. Не починил зонд. Зонды оставим, прилетим в Талас, забросим все, что у нас есть. Медаль болотных спецслужб, сделанная из элитных сортов глины, она обладает уникальными антисептическими свойствами при рассасывании. Рекомендуется носить под одеждой. Так, чинить зонд. Починка. Закидываем еще куда-нибудь их. Что у нас здесь не исследовано? Доминатор, это обходит нас. Сюда закинем, наверное, на Вакар. Что-то у нас эти фиолетовые не очень любят. Только посмотри видос, тут же стрим потянулся. А стрим шел 5 часов, у меня интернет упал. Мы играли в станцию. И отлетаем по космосу. Так, что у нас здесь? Маленькая планета, большая планета. Разницы нет. Вот это давайте оставим. Водные планеты. Вева. Че, берем один квестик? Часа на полтора. Оружие надо было подобрать. Верлорда постримить? Не знаю. Мне не особо зашло. Играл, конечно, но ничего такого, чтобы хотелось стримить. Хотлайн Майами как-нибудь. Торговлю залетал или только квесты? Я не особо торговал. На старте, да? Пока квесты нормально не давали. Забирайте. Хлеб где-нибудь еще сдадим. Арканом тоже не играл. Не думаю, что мы особо типаж игры. Ремонт. Артефактор. Пока что он нам не нужен. На винт. Сколочное оружие. Оставляем. Обливион. Так, у нас один есть. Это, кстати, меньше весит. Но вот этот коннектор, он будет, если мы движок найдем вдруг в черной дыре хорош, нам даст больше. Что по-хорошему нам взять? Я не знаю, на что нам кредит нужны, честно говоря.
Пока же затарено прекрасно. Вангеров. Мессии. Пожалуй, пас. А, можно было квестик у них спросить. Гуальцев. Я знаю, я смотрел про Аркану. Квестик. Рискованное, зато высокооплачиваемое задание для смелого и решительного рейнджера. Должны прийти от бла-бла после распоряжения агента. Сразу где-нибудь предупредите вас о чрезвычайно большой опасности от задания. Именно по этим соображениям мы вынуждены использовать наемника. Однако, так, а что нам нужно-то? Нам даже не сказали, что там будет, но сказали, что очень опасно. Мне подходит, потруднее. Возьмем ему прилететь. Полетели. Вот текстовый квестик. Невероятно опасный. А зима, блин, чуть не хватает. Успеем. Че, у меня там по углю? Забавные раунды сегодня были. Все skill issue, особенно за security. Азион. Биг Хена. Пытался играть вангеров, когда был ребенком, даже до второй половины доиграл, не выдержал. Слишком сильно голова от кислотной палитры болела. Чат, хотите прохождение на 500 серий? Моровин поиграть? Вот это моя игра детства. Late of Darkness, но я его недавно перепроходил. Кем полетели? 7 дней, успеваем. Просто прекрасно понимаю, что мне нужно все-таки стримить станцию. А, забирайте наркотики. Забирайте хлеб. Дешево очень. Сейвимся. Поехали. Прибыв на планету Бихена и пройдя таможенные формальности, вы первым делом перевели в ближайшем банкомате 10 тысяч кредитов на свою карточку. Вы специально завели себе кредитную карточку, чтобы снизить вероятность ограбления на этой опасной пеленской планете. Ну что, теперь можно и домой. Задумчивая идея, но с галлицкими спецслужбами лучше не ссориться, еще заморозить счет, чего дорого. Печально вздохнув, вы пошли по указанному вам адресу на встречу с галлицким агентом. Планета Бихена показалась вам грязной и вонючей помойкой. Впрочем, вас это не сильно впечатлило. Вы вышли из космопорта, бывшего единственным чистым и опрятным зданием в округе, поскольку этого требовали законы Содружества, и направились к высокому дому, в одной из квартир которого вас должен был ждать агент галлицких спецслужб. Поднявшись на 38 этаж, вы подошли к нужной вам квартире. К вашему удивлению, дверь оказалась не заперта. Вы осторожно вошли внутрь и тут же получили резкий удар по голове. От такой неожиданности вы потеряли сознание и провалились в черноту. Очнуться? 10 100 тысяч? 10 тысяч? У вас есть, это мои деньги. Это мои деньги. И мне просто 10 тысяч еще сверху дали. Здание медленно и неохотно занимало свое место в вашей голове. Кто я? Где я? И вообще, о чем идет речь? К своему ужасу вы обнаружили полную неспособность ответить ни один из этих вопросов. Вы, решив найти дополнительные источники информации, вы осторожно открыли глаза и огляделись. Ним это пол, слегка побеленный потолок, грязные стены, неаккуратно покрашенный светло-зеленый цвет. И лежите на железной кровати, рядом с которой стоит тумбочка и стул. На стуле висит одежда, должно быть ваша. На окнах решетки. Тюрьма? Слишком роскошно. Больница? Слишком грязно. Хотя больницы бывают разные, как и тюрьмы. Наверное, стоит оглядеться. Одеться. Сели на кровати и почувствовали резкую боль в области темени. Пощупав темя, вы обнаружили немалых размеров шишку. Походу, кто-то крепко грел вас по голове чем-то тяжелым. Но мы-то сморг. Мы-то
Малак, что нам будет? Пересилив боль, вы натянули на себя рубашку, штаны и форменную куртку, висевшую на стуле. Машинально сунув руку в потайной карман куртки, нащупали что-то твердое. Это оказалась кредитная карточка Galactic Express. Тщательно изучили свою находку. В графе имя значилось Лесмор, в графе профессия Рейнджер. Неужели это вы? Да, похоже на то. В графе деньги стоялось 1000 кредитов. Интересно, это много или мало? Спрятали карточку в карман и еще раз огляделись. Открыв тумбочку, увидели несколько тараканов, тут же разбежавшихся по разным углам. Кажется, никакой дополнительной информации в этой комнате уже не найдете. И тут начинается Диско Элизиум. Подняли крик и стали колотить дверь. На ваш зов вскоре приединился Пеленг в белом халате, отрекомендовавшийся тяпшей ляпцам доктору. В сопровождении двух рослых санитаров. Значит, все-таки больница. Доктор объяснил вам, что у вас частичная временная амнезия. Возможно, скоро память к вам вернется, сказал врач, но на вопрос, когда это произойдет, он так и не ответил. На ваш вопрос, кто и где вас нашел, Пеленг ответил, что вас нашел санитар, который живет в старом доме в жилой зоне. Доктор Ляпса добавил также, что вы сможете выписаться хоть сейчас, нужно лишь заплатить 9000 кредитов. Потребует развернутый счет. Пожалуйста. Грязевые ванны. Компресс из болотной жижи. Массаж верхних конечностей. Массаж нижних конечностей. Массаж прочих конечностей. Койко-место в палате люкс. И дайте медикаменты. Гонорар лечащего врача. Замечательно. Господи, неужели с вами действительно все это проделывали? Ничего не поделаешь, придется платить. Заодно вы узнали текущую дату и длительность вашего пребывания в больнице. Вы стоите на главной улице старого грязного пленцевого индустриального города. Вдали виднеются огни местных баров, в которых проводят время те, кто работает или по долгу службы оказался здесь. За спиной у вас находится городской госпиталь. Слева жилой район, в котором расположен дом санитара. Справа магазин продуктов и магазин все для охотников и охоты на них. В глубине виднеется громада космопорт. Давайте в охотничий магазин. Палата люкс, даже мясо живое было, да. Закуска пеленгсы. Вы в магазине все для охотников. Перед вами располагаются полки с товарами. Больше всего вас заинтересовал отдел с медикаментами. Спросили у продавца, есть ли у них универсальные аптечки, но, к сожалению, у них была только одна, причем всего 200 кредитов, мало. А в других отделах вы обратили внимание на охотничье ружье, запись... Да, берем мостику. Прицел, глушитель. Понадобился самонаводящийся охотничий капкан на мышей, производство гальской фирмы Greenpeace. К сожалению, он был выставочным образцом. Книжное отдел. Много книг для увлечения охоты. Например, книга «Как незаметно подобраться к пинчи-кряку», которую нашли в сумке полусъеденного автора. Поварская книга «Голодного гобзавра». Правила пользования ружьем на древнем языке горше, но для вас они вряд ли пригодились. В отделе после охоты продавались в основном похоронные принадлежности. Гробы, самые дешевые из которых стоил 2000 кредитов. Венки и тому подобное. Найс. Мы богаты, берем все. Аптечка. Аста, сразу ее заживал? Я думал, с собой будет аптечка. А из ружья тоже сразу застрелится? Ружье. Ружье и патроны к ним продаются только по охотничьей лицензии. Что ж, похоже, придется поискать оружие в другом месте. Понятно, выйти. Можем позволить, да. Я знаешь, когда кто-то просит, у тебя ППН умирает, там, кровоточит по всему медбэю, ты колешь его в себя, выкидываешь пустой и говоришь, нет. У санитара спросим, что случилось. Подошли к зданию, на которое вам указал доктор. Оно было старым, большим и грязным. Как раз около подъезда находилась большая помойка, в которой копошились какие-то животные, похожие на мышей, виденных вами на человеческой планете Земля. Также на помойке вы заметили какого-то пеленга, одетого в лохмотья. Вы было подошли к нему спросить, что он тут делает, но тут вам тут же ударил в нос такой запах, что вы чуть не потеряли сознание. Со слов доктора вы знали, что квартира санитара расположена на 38 этаже, что и квартира, где вас нашли. Несколько минут трудного подъема по лестнице, и тут же стоите на... И вы уже стоите на лестничной площадке 38 этажа. От него ходит дальний длинный коридор, по обеим сторонам которого располагаются квартиры. Что будем делать дальше? Ганви фан булит. Говорит, что ли, медицины нет? Да, и больше пипен. Слушаться голосам. Вы прислушались к голосам, которые исходили из других квартир, где было тихо, за исключением одной квартиры, дверь...
который был слегка приоткрыт. Прислушавшись, мы разобрали, что внутри разговаривают два торговца оружием. Один из них, видимо, главный, ругал другого за то, что сорвал крупную сделку. Также мы поняли, что оба сильно пьяны. Чему бы они забыли закрыть дверь квартиры. Осторожно зайдя в квартиру, вы увидели сильно пьяных Малака и Пеленка. Просто стало ясно, что главный из них Пеленк, так как он постоянно ругался на Малака отборным матом. Будь и Малак главным, вряд ли он стал такое терпеть. Вы решили, что возможно у Пеленка удастся добиться чего-нибудь полезного, но для этого придется сначала нейтрализовать Малака. Двиньте Малака первым, что попадется под руку. Вы ударили Малака стулом, так удачно оказавшимся под рукой, но не учли, что пьяные Малаки более стойки к физическим воздействиям, чем их трезвые собратья. Они были трезвые. Поэтому, пока вы замахивались второй раз, Малак, продемонстрировав непонятно откуда взявшуюся в таком состоянии реакцию, ударил вас по руке бутылкой. Однако первый удар стулом сделал то, что не смог первый. Малак с другим стуком повалился на пол, а Пеленк вопросительно уставился на вас, не в силах сообразить, кто вы и что вам от него нужно. Вы заломили все четыре его руки, связав их, примотали второго из собутыльников к стулу, так удачно попавшейся под руку веревкой. «Ну что, прикончите тебя сразу, или согласишься оказать мне небольшую услугу?» Ошалев от страха, Пеленк прошептал, что сделать все, что нужно. «Потребовать оружие». Пеленк промечал что-то неопределенное, уставился на шкаф, стоящий в углу. Поверишь, там вы нашли автоматическую винтовку в последнем отеле в неплохом состоянии. Оружие было довольно компактным и легко помещалось под плащом. В винтовке прилагалось несколько патронов, которые, к сожалению, безнадежно отсырели. Пеленк промечал, что патроны можно купить у его брата, которого зовут Пуля и Косорукий. Его лого находится в подвале под магазином продуктов. Чтобы попасть туда, нужно сказать продавцу. Пароль – грязная пячерямба. Оглушить. Неожиданно вам стало жаль этого придурка, который посвятил свою жизнь такой мерзкой профессии. Всю злобу, что у вас оказалось, вы уложили в хороший удар ему по борде напоследок, повредив при этом себе палец. Еще минус 5 хп. Все же оставили его в живых и вернулись в центр города. Что-то мне кажется, там ловушка нас ждет. Ну давайте все еще с санитаром попробуем поговорить. Дом санитара. Дойти к санитару. Вошли в квартиру санитара, дверь которой была не заперта. Внутри сидел небольшого роста человек, непонятно откуда взявшийся на этой пеленской планете. Вы спросили его о том, где и как он вас нашел. Он объяснил вам, что обнаружил вас лежащим без сознания на пороге квартиры дальше по коридору. Вопрос о том, чья это квартира, он ответил, что точно не знает, какого-то пеленга, кажется, бизнесмена. Однако в эту квартиру часто наведывался один гаалец, редкое явление на пеленских планетах, которого санитар также видел в баре «Золотая лилия». Спасибо. Иди в квартиру, где вас нашли. Вошли в темную квартиру. Нащупав выключатель, вы быстро включили свет. Вопреки ожиданиям, вы не обнаружили в квартире ничего подозрительного. Пробежавшись глазами по тому, что стояло внутри, вы поняли, что эта квартира явно принадлежала не бедному Пеленгу. Внутри был обустроен неплохой рабочий кабинет, который, однако, был перевернут с ног на голову. Видно было, что грабители хорошо перерыли эту квартиру. Обыскать. Долго рылись в ограбленной квартире, но ничего ценного не нашли. Похоже, ваши предшественники очень хорошо обчислили квартиру за вас. Вы вышли из квартиры в длинный коридор, уходящий от лестницы площадки 38 этажа. По обеим сторонам коридора располагаются квартиры. Что делать дальше? Центральная площадь. Давайте сначала за Патриками. Продуктовый магазин. Шли в магазин продуктов. Ассортименте были продукты, которые используют только пеленги для приготовления блюд своей кухни. Самые популярные у них были болотная слизь, консервированные пиявки, личинки комаров, дроздофилов под соусом и другие болотопродукты. В отделе деликатеса ваше внимание привлекли традиционные людские закуски и напитки. Чистый спирт, рассол, соленые огурцы и красная икра. Они все они стоили очень дорого, вряд ли были по карману тем, кто здесь работал. Например, бутылка водки стоила 300 кредитов. Мне по карману. Такие деньги можно хорошую пушку купить, подумали вы. Купите бутылку водки. Бутылка была теплой. Вы открыли и понюхали ее содержимое, и вам сразу стало хорошо. Подумали о теплых краях и девушках. Но из транса вас выгнал очередной покупатель, громко хлопнувший дверью. Я смотрел бутылку получше, на ней написано Made in Russia. Вы знали, что именно в этой странной стране делали самую лучшую водку, которая пользовалась спросом по всей галактике. Там абсолютно не умели делать хорошую упаковку. Также было с этой бутылкой, этикетка которой была криво приклеена, а пробка, еще до того, как ее открыли, была едва завинчена. Подойти к продавцу. Наши к правосудию тихо произнесли. Мне нужно увидеть Пеленга по имени Пуля Косорукий. Мне порекомендовал его брат.
Продавец среагировал на это спокойно. Сказал, что не знает никаких пуляев, которые к тому же косоруки. И попросил вас удалиться, если вы не хотите ничего купить. Сказать пароль. Слышав ключевое слово, продавец приложил палец к губам, закрыв входную дверь, сказал вам, чтобы вы прошли в комнату за прилавком. Да, вы вошли, как двое мощных пеленгов, спрятавшихся за дверью, скрутили вам руки и провели вглубь комнаты, где вы заметили люк в полу. Вас пустили внутрь, и вы пристали перед несколькими пеленгами, сидящими вокруг плазменной печи. И главарь, сидевший в центре, сказал: «А может, им покажем этот шутку в стиле Джокера?» «Значит, ты есть тот самый рейнджер, который до смерти напугал моего трусливого братца и отобрал у него винтовку? Он предупредил меня, что ты можешь прийти ко мне за патронами, но я не думал, что ты настолько тупой, чтобы прям сделать это. И все же ты здесь. Что ж, придется тебе расплатиться за свои проступки. Я все-таки оставил вашего брата в живых, хотя мог его спокойно убить», — сказали вы свое оправдание, подумав о том, что надо было так и сделать. «Я это помню, поэтому у тебя тоже будет шанс остаться в живых после нашей встречи. Ты хотел купить патроны? Отлично. Значит, прибавляем к цене патронов цену винтовки, плюс компенсация за моральный ущерб. Получаем 950 кредитов. Плати, сможешь убираться отсюда». В принципе, она столько и стоила. Винтовка, которую там мы хотели купить. Вы заплатили указанную пеленгом сумму, и один из его подручных принес вам магазин с 20 патронами. «Ну что, расходимся?» – спросил главарь. «Или ты еще хочешь что-то от меня?» «Да, расходимся». «Чтоб дух твоего больше здесь не было в магазине, понял?» – сказал он на прощание пуляя косоруки, после чего его подручные вышвырнули вас на улицу. «Нужен мне больно твой магазин», – думали вы, возвращаясь на центральную улицу. В бар. Обдумайте информацию. Принц Тригалец. А, это все понятно. Бар. В баре «Золотая лилия» было довольно уютно. Приглушенный свет, негромкая музыка и мерный негромкий гул чужих разговоров. Из всех посетителей вам сразу бросился в глаза Галец, который выделялся из толпы пленков, пивших местный болотный настой. Понаблюдав еще немного, вы заметили в глубине бара раскрашенную проститутку, которая по грустному виду была готова отдаться за мизерную сумму. Оно. Вот купи. Купили. Мысли, мы водку не купили? В инвентаре же. Бутылка хорошей водки есть? Вы о чем? Подойди к проститутке. Проститутка улыбнулась вам и сказала, что обещает гору удивительных удовольствий за 100 кредитов. Заманчивое предложение, если учесть то, что шлюх дешевле 500 кредитов вы не видели даже на планете Земля, которая славилась своими проститутками. Гора удовольствия. Дина, 150 кило. Мне кажется, нас обкрадут здесь. Неожиданно вас вдруг заговорил голос совести или жадности, который сказал, что у вас сейчас полно других проблем, кроме бесполезной траты денег и времени. Вы отошли от проститутки и смешались с толпой в баре, а раздосадованная путана пошла искать себе клиента куда-то в другое место. Бармен. К бармену. Бармен тут почему-то был среднего роста малк. Мы хитро подмигнули и мы спросили, какие в этом городе происходят события. Бармен ответил, что особенно ничего интересного в последнее время не происходит. Но он мог бы рассказать кое-какие сплетни за небольшую сумму. Давай. 100 кредитов спрашивай. Орк из Вахи. Что за галец у вас в баре? Да черт его знает, сидит тут каждый день по несколько часов, почти ничего не заказывает. Недовольно пробурчал Малок. Кажется, кто-то говорил мне, что он с планеты Летамая, откуда мы прилетели. Что нового в городе? Да все по-старому в основном. Ты Волкодава знаешь, он сел на 2 года за торговлю гашишем на чужой территории. В заводском районе 2 авторитет не поделили ремонтную мастерскую. Наверное, будет разборка. За день лысого перца новый бармен. Говорят, умеет делать коктейль слезы Махпелы. Надо бы у него научиться. А еще я слышал, что на днях прилетел наркобарон Патрон с своей свитой. Что ему тут делать? Патрон — это галецкое имя. Раз двойные буквы. Наверное, он там и сидит, галец. Давай-ка, налев. Ночи. Спасибо, все узнал. Подойти к галецу. Пошли к Гальцу и представились. Тот очень обрадовался. А, это вы, Элисморк. Меня зовут Я Сам. Я здешний резидент спецслужбы планеты Летамая. Я ждал вас. Хорошо, что вам удалось спастись. К сожалению, я вас не успел предупредить, что наркобарон узнал о нашей встрече и устроил засаду. Я сам в последний момент узнал об этом от перебежчика из его банды. К сожалению, наркобарон сменил место своей встречи с дилерами, поэтому даже не знаю, что нам теперь делать.
Подождите, я сам. Какой наркобарон? Какая встреча? Я так и не знаю, в чем заключается мое задание. А, конечно. Я ведь должен вам был сообщить его на конспиративной квартире. Так вот, несколько дней назад один из крупнейших наркобаронов, которые замучили нас своими контрабандными поставками наркотиков на планету Содружества, прибыл сюда, на планету Бекхен, чтобы распределить товар по своим дилерам. Впервые он делает это самолично, так как партия товара на этот раз очень крупная. Наркобарон зовут Патрон. Наш агент, внедрившийся к нему в банду, выяснил место и время встреч. Пыль и Сморг должны были уничтожить Патрона. Что я должен делать сейчас? То же самое, но сначала вы должны узнать, куда Патрон перенес встречу. До этого вам обратиться к тому перебежчику, о котором я упоминал. Он работает в охотничьем магазине. Скажите пароль «Дети Гаала», и он поймет, что вы от меня. Заодно купить себе оружие. У меня есть оружие, крёхосходный бластер, но вы в одном экземпляре. И возвращайтесь сюда. Так, охотничий магазин. Подойти к продавцу, сказать пароль. Подошли к Галицу, тихо прошептали «Дети Гаала». Пеленек приставил палец к губам и отвел вас в угол магазина. Вас прислал Галиц, что вам нужно? Нужно узнать новое место встречи наркобарона Патрона с дилерами. Пеленек сходил на подсобку и принес вам карту города, на которой стоял один крестик. Насколько мне известно, встреча наркобарона с дилерами будет происходить в подземном бункере, попасть в который можно будет только через тайный проход из его виллы. На карте указано расположение виллы наркобарона, но она очень хорошо охраняется. Возможно, вы даже застанете его там. Будьте осторожны. Вот сейчас бы нам хилка пригодилась. Так, подожди. И куда нам? Нам же нужно... прицел? Вы купили самонаводящийся оптический прицел, который, как вы поняли по его конструкции, подойдет любой винтовке. Прицел взаимодействует с биотоками вашего мозга и сам наводит оружие на цель. Точно 100%, если не считать случайных промахов. Окей. Глушитель? Отличный глушитель, сказал продавец, забрав 100 кредитов. С ним вы можете охотиться сколько угодно, не распугивая всю остальную дичь в округе. Кстати, он подходит любому типу оружия. Прекрасно. Как к виллу дойти? Думать. Галиц, а, точно, Галиц сказал вернуться к нему в бар. Подойти к Галицу. Вы, наконец-то. Вы узнали новое место встречи? Да, вот карта. Ваш агент также сказал, что новое место встречи наркобарон с дилерами, подземный бункер на его вилле. Вот ее координаты. Отлично, тогда начнем. Вышли из бара, сели в гравиамобиль Галиц. Через полчаса вы подъехали к указанному на карте месту, вилле наркобарона. Еще издалека вы заметили, каких размеров этот чертов дом. Состоял из двух этажей. Вокруг дома располагался парк, в котором можно было надежно... В котором можно было надежно спрятаться и вести огонь по охране, видневшийся на балконах дома. Прищурив глаза, вы быстро сосчитали противников. В зоне видимости их было около 5. Да уж, нелегкая будет работа, особенно если наркобарон тут. Подготовка. Вылезли из гравмобиля и осторожно подошли к забору. Что удивительно, забор ничем не был защищен. Ни колючей проволокой, ни электричества. Галис спокойно прорезал в заборе дыру грави... тодным ножом, благо он прекрасно резал все что угодно, включая довольно толстый металл, и прошли в двор. Сразу же вы заметили охранник, который патрулировал периметр забора. Просто спрятаться в кустах. Пустить первым Галиц. Дед Станнер можно было найти. Первым Галиц. Галиц резво выбежал из-за кустов и открыл огонь на поражение из бластера. После двух выстрелов зажаренный охранник свалился на землю. К сожалению, его предсмертный вопли, скорее всего, привлекли внимание других охранников. Да и еще все вещи покойного сгорели вместе с ним. Занять позицию напротив фасада дома, убить охранников с балкона. Осторожно пролез вперед по парку, заняли отличную позицию за большую статую болотного монстра. Отсюда прекрасно просматривался весь парадный фасад. Прицелившись, вы выстрелили в охранника на балконе и ранили его. Скрывшись за дверью, охранник, похоже, поднял тревогу, так как вскоре из главного выхода выскочили двое других охранников и побежали к вашему направлению. Приказать Галицу атаковать левого, самого правого. Начали перестрелку, но, к сожалению, ваши действия оказались слишком шумными. Может быть, стоило заранее позаботиться о глушителе? Автоматическая винтовка с оптическим прицелом и глушителем.
Через несколько минут поиска подкрепления, вызванное охранниками, нашло вас. Они не стали особо церемониться с вами, так что через несколько минут вас... для вас было уже кончено. Игра! Игра! У меня был глушитель. Начнутся позвать. Так. Глушаем пилингом. Мортис. Мортис? Не надел. Тут написано, что он даже не отдельно в инвентаре был. Он прям винтовка с глушителем. Подожди, а мы... А? Оружие не... Я что-то не то кликнул, да? Ладно, возьмем другое. Кольц. Хоть, я так понимаю, здесь можно будет купить сейчас, да? Ружье. А у меня оружия теперь нет, да? Ну ладно. Рукопашную. Подкрались к пеленгу с тигриным прыжком, бросились на него. Выбив из рук оружия охранника, вы схватили его за горло. Пелен, в свою очередь, нанес вам несколько сильных ударов по голове, решив вас пару зубов. Вы упали и продолжали драку на земле, пока она наконец не подоспел Галлес и не вонзил пеленгу нож в спину. Теперь у меня есть винтовка, опять же. А, есть винтовка у меня, все, понял. Обыскать труп. Получили удар ножом, наклонились над трупом. Айда охранник, он так ловко притворился мертвым, и ничего у него не было. Рип. Войти дом сзади. Расстрелять обоих из винтовки. Приказав Гальсу лечь и не высовываться, вы открыли аккуратную стрельбу по охранникам. Благодаря прицелу уложили первого охранника сразу же, а вот со вторым укрывшись за крыльцом, пришлось немного повозиться. Назвал пуль попала в вас прежде, чем вы смогли наконец прицелиться и убить его. То благодаря глушителю ваша стрельба не привлекла ненужного внимания других охранников. Обыскать тело. Ваша рука угодила в капкан. И ничего ценного. Замечательно. Второго была аптечка. Вы вошли в просторный холл дома. Осмотревшись, вы бегло оценили планировку. С первого этажа были хорошо видны двери балконов, находившихся в галерее. Широкая лестница вела к нескольким комнатам, расположенным на втором этаже. К вашему удивлению, на первом этаже не было ни одного охранника. Входив несколько минут по первому этажу дома, вы обнаружили потайную дверь, за которой был проход, ведущий, судя по всему, в подземный бункер. Можно сразу спуститься в него, а можно сначала обследовать второй этаж. Может, что там интересное. Второй этаж? На втором этаже вы приметили три двери. Средняя, роскошная дубовая. Явно вела кабинет к наркобарону, две другие были поскромнее, и вы абсолютно не представляли, куда они могут вести. Пока вы стояли и раздумывали, из левой двери вдруг выскочило трое охранников с оружием наперевес. Быстро заняли обороняющую позицию, спрятались за одной из статуй. То место, где вы мгновение сидели назад, обрушился шквальный огонь. Послать в лобовую атаку Гальц. Прятавшись за статуей, вы приказали Гальцу разобраться с охранниками. Тот, вероятно, решил доказать вам, что не зря занимает почетную должность резидента гальских спецслужб. И как без возражений, и так без возражений пошел в атаку. Вы слушали треск выстрелов и чьи-то громкие крики, затем все стихло. Высунувшись из своего укрытия, вы увидели две обгоревшие головешки на месте охранников Гальца, лежащего в луже собственной крови. Он был тяжело ранен, но все еще смог показать вам жестом на среднюю дверь, давая понять, что последний пеленку драл туда. Риббоза. Сказать Гальцу идти в среднюю дверь, в среднюю комнату первым. Гальц лишь покачал головой и как бы случайно направил бластер прямо на вас, намекая, что он скорее сожжет вас из бластера, чем пойдет в комнату первым. Ах ты ж падла. Идти первым. В средней дверью была шикарно обставленная комната, которая, как вы предполагали, являлась кабинетом наркобарона. Самого его, впрочем, тут не оказалось. Да и вы не особо на это надеялись. Зато здесь был последний охранник, спрятавшийся за массивным столом в центре комнаты. Лять одиночными выстрелами.
Сменным хладнокровием вы всадили три пули последнего охранника. Тот успел выстрелить в вас, хотя легкое ранение ногу, но это не спасло его от смерти. Кажется, охранника в доме больше не осталось. Обыскать охранника. Опять там у него ловушка будет, не будем. Обыскать стол. Верхние мячики столовой обнаружили номер газеты «Научный вестник», в котором карандашом была обвинена одна из задач на сообразительность. Для Куша на гравимобиле каждую минуту пролетает 500 метров и меньше, чем Бомбай... На 500 метров меньше, чем Бомбай на мотоцикле, поэтому путь в 120 километров он затрачивает время на 2 часа больше, чем Бомбай. Числяя скорости для Куша и Бомбая. Сирят вести их подряд одним числом. В другом ящике столовой нашли бумажку с странной формулой. День, количество дней. Хочу ли я сейчас это решать, пытаться? Нам нужна скорость, да? Я 10 лет задачи по математике не решал. Брать ручку. Она у меня есть. В интернете глянь. Да, так на 7 класс минимум, я согласен. Только когда 7 класс был последний раз, математика моя била. У меня была всегда отлично по математике. Было. Было. Все было хорошо. Количество дней. Да, а вы откуда возьму, простите? 5 120 делить на V. Он минус 2. А, понял. Тример не тупой, особенно 2 ночи. Каждую минуту. Я просто код 3060 глянул в гайде. Ладно, поверим. Андробас, ты чё, да? Нет бы самим, мне бы самим решить. Аптечка, кредиты и несколько патронов для винтовки. Отлично. Вы довольно долго шли по сырому туннелю. Через 15 минут пути вы вдруг заметили впереди за ближайшим поворотом свет. Осторожно приближившись к повороту и заглянув за угол, вы увидели метрах 10 от себя трех пеленков, охраняющих туннель. Ваши действия. Не, знаю, что есть задачки, просто я столько лет это не решал, конечно. Сразу я такое не решу. Вместе с Гальцем расстрелять пеленгов. Эффект внезапно сделал свое дело. Первым же выстрелом из бластера Галли сжег одного из противников, и вскоре и вам удалось уложить ТРО. Третий пленг сумел слегка пострелить вас и убежал куда-то за угол. 20 хп у нас.
Пускай труп — плохая идея. Бросились в погоню и через пару поворотов увидели дверь с кодовым замком и стоящего около нее Пеленга. Среди вас тот бросил оружие и стал просить о пощаде. Чей назрел само собой. Вы быстро схватили Пеленга и, заломив ему руки назад, потребовали код. Не знаю, код или лишь охранник. После нескольких ударов по морде удалось выяснить, что код можно узнать, отгадав небольшую загадку, которую босс Пеленга вычитал в каком-то журнале. Пароль был уже зашифрован под ответ самой загадки, врученный охранником двери, чтобы проверить их интеллектуальный уровень, который, похоже, был равен нулю, как и стримера, так как отгадать загадку Пеленги не смогли. Больше из охранников вы не сумели ничего вытянуть, кроме того, что если введенный код будет неверным, то дверь заблокируется намертво. Слово задача. Пеленский фермер Бухерик разводит хрякоплюхов. Животные размножаются быстро, что их поголовье ежедневно вырастает 3 раза. Но, начиная со второго дня, на ферму повадились нападать стая страшных зверей-долбогрызов, которые каждый вечер пожирающих вдвое больше хрякоплюхов, чем их было в предыдущий день. Сколько хрякоплюхов будет у фермы на 9 вечер, если вначале их было 10? Долбогрызы. Так, ну это проще. 10 изначально, да? 10 изначально. Возрастает 3 раза. 10-30. А в конце дня вдвое больше, чем было в предыдущий день. То есть на второй день они зажирали 20. А, начиная со второго, ну да. Так это... 20 сожрали, опять 10. Ответ 10? Или... Почему делить на 20? Почему 3 на 3? Второй день. А, они же множатся, да? Ну, хотя подожди. Вот непонятно. Живут они до того, как они расплодились? Или после? После. Тогда их тут будет 90 минус 20. 70. Третий день 70. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прочитай внимательней. О, Галица говорит. Было 10. Первый день размножались, сначала второй было 30. Со второго дня не опять размножались, стало 1. Все, теперь понятно. Вечером мы пришли, это понятно. Было 7. То есть в третий день у нас будет их 70. Потому что минус 20. 70 минус 45. Семьдесят на 3 минус 45. Четвертый день у нас становится их 100. 65. Какой дебил. 165. 165 минус... на 3, господи. Так, мне нужен калькулятор. Можно, конечно, это все считать столбиком, но здесь 9 дней. Довольно много считать. 65 на 3. Это что у нас такое? 165. Может, на 3. Пять минус 285 минус 285. Минус. Так, умножаем на 3. Нет.
точность 5, умножить на 3. Получается 855 минус... Понимаю, можно формулу вывести, конечно. Два раза больше. Так, 330. 555 минус 330. Получается, что идея у нас их 525. Может, на 3. 1575 минус 2, 8, 5, 2 минус 575 минус 570. 1005, седьмой день. Он думает, да? Это умножаем на 3. Получается 3000. 15 минус. Минус 1000. 50. Так, сейчас осталось 2 дня, чат. Все нормально. Все нормально. Я, скорее всего, ошибся, конечно. 315 минус 1050. Восьмой день. 1965. Умножаем это на 3. 5595 минус 2010. Девятый день, их получается 3885. 3. Следующая цифра. 8. 5. Пульт загорелся красным светом, и металлический голос проговорил, что код неверный, система заблокирована. Сейчас всех щелей в туннель стало поступать газ. Через несколько секунд вы уже, да, померли. Пятерка в конце получилась, когда на третий день минус 45 было. Физически? Может быть. Два раза больше, чем баланс лей. Вправду, блять. Я на третий день ошибся. Откуда 45 там вышло? А, потому что два раза больше. Минус 60 там идет. Давайте заново. А как? Да. Так, тут у нас получается их 70. 70. Пятерка, конечно, лишняя была. 210 минус 60. 150 их получается. 450. 450 минус 140. Пятый день. 140. Это у нас 310. 990. 930. Простите. Минус 450. Чем минус 450? Минус 300. На это денег 630. Умножаем на 3. 4. 5. 100. 6 день. 7. 8. 9. Так. Сморг. Шестьсот тридцать три.
получается 790 минус 620. У нас получается 1270 на седьмой день. Главное, чтобы задачка не зарандомизировалась. На седьмой день, да? Минус 1260. На восьмой день их получается 2550. Так, 2550 три раза. 7650 минус. Минус сколько? 1270 на 2. 2540. И последний день у нас получается 7650 минус 2. Нет. Нет. 2, 5, 4. 5110. Что выходит у меня? Рандомное, кстати. Замечательно. Очнуться, позвать, оплатить. Потребовать оружие. Оглушить. Продуктовый. Купить водки. Подойти к продавцу. Сказать пароль. Заплатить. Расходимся. А, идем куда? Бар. Галец. Говорим пароль. Покупаем прицел. Аптечку. Глушитель. Идем к Галецу. Сколько начитал в итоге? 5-1-1-0. Выстрелить из ружья. Прицел, глушитель. Хорошо. Обойти дом сзади. Расстрелять. Че, верный пароль-то вышел? Скажите уже. Второй этаж. Гальца в лобовую атаку. Так, среднюю комнату. Одиночными. Сходится с формулой. Сейчас какого дает. Так, смотреть стол. Смотреть сейф. Взлом. 60-30 или 30-60 было? Чат. Я забыл. Обогатились. Так, мисс Гальцам расстрелять. Бежал. Преследовать. Условия задачи. На восьмой вечер. Она рандомизирует вечер. А. 2550.
Дисплей загорелся зеленым. Стример, не глупый, стример все решил. На бумажке все решил, стример, понимаете? Формула из понятия читай. Нет. Мы легко открыли дверь и прошли в темное помещение. Комната была очень темная, она явно отличалась от коридоров, по которым вы шли раньше. Стены здесь были деревянными, укрепленными стальными балками. Внутри было достаточно тихо, если не считать топота и шума, слабо доносящегося сверху. Из комнаты вела одна дверь, которую вы с трудом различили в темноте. Формула, ну... Пока вы возились с дверью, Галя успел связать с пленного охранника. Возможно, его имеет смысл допросить. Про устройство бункера. Бункер состоит из двух этажей, объяснил Бленк. Верхний, тот, в котором мы сейчас находимся. Тут кроме этой комнаты есть еще две. Ближняя, будет охраненная, с одним дежурным. Дальняя, столовая. В конце коридора есть спуск вниз. На нижнем этаже 4 комнаты. Комната охраны, комната босса, кухня и большой зал. Горбусный и безумный. Так. Охрана бункера. На верхнем этаже должно быть только один охранник. Комната с пультом. Один охранник, он с пультом. А про охрану нижнего этажа я ничего не знаю. Это зависит от желания босса. Может быть куча охраны, может вообще никого не быть. Открыть и выйти. Вырубив пеленга ударом по голове, к великому неудовольствию Гальца, вы решили выполнить свое обещание оставить охранников живых. Вы вышли из комнаты в большой короткий коридор. Вдоль левой стены коридора были видны две комнаты, а в конце виднелась лестница вниз. Ближайшую дверь. Чего охранников сейчас найдем. Открыли дверь и увидели большой стол, уставленный мониторами, а также сидящего за этим столом охранника Малака. Надо срочно что-то предпринять, пока тут не опомнился. 10 патронов. В рукопашную. Рукопашность с Малаком не самое приятное занятие. Упс, 5 хп. В этом вы убедились после двух ударов под дых, которые едва не лишили вас внутренности. Затем Малак схватил вас за горло, принялся душить. Вас потемнело в глазах. В это время Галя сумел зайти охраннику со спины и водить нож ему под лопатку. Малак обмяк, и вы с великим трудом выкарабкались по туше. Обыскать труп. Несколько патронов. Плохо дело. Принялись осматривать мониторы, которые стояли в комнате. Каждый из них показывал все помещения нижнего этажа базы поочередно. Лестница вниз пусто, коридор пусто, кухня, комната охраны, большой зал, нигде ни души. И лишь в кабинете за столом сидел Галис, что-то писал. Увидев его, ваш спутник словно обезумел. Это он, наркобарон Патрон, наша цель. Скорее вниз, убьем его, и миссия выполнена. Зайти в столовую. Куда ты? Причитал Галис. Надо скорее идти вниз убивать наркобарона, пока охраны нет. И, слушай, его подошли к двери столовой и обнаружили, что она заперта. Что будете делать? Выбить замок. Короткая очередь, и замка двери не было, нам нужна аптечка. Смотреть в столовую, нашли купюру в 100 кредитов. Наверное, стоило потратить несколько патронов ради такого обогащения. Однако Галис не разделял вашего мнения. Идем же быстрее вниз. Неужели ты не понимаешь, что сейчас самый удобный момент для ликвидации наркобарона? Птица нижний этаж. 5% хп чач. Класс не фиксирую расу ГГ? Не, слишком замудренно было бы. По умолчанию хуман. Так, в дальнем торце коридора находилась четвертая дверь, ведущая в кабинет наркобарона. Она была обита черной кожей, и на ней висела табличка «Без стука не входить, опасно для жизни». Несмотря на терпение Гальца, вы заглянули во все остальные комнаты нижнего этажа. Везде было пусто. Нигде не было ничего интересного или подозрительного, если не считать подозрительной пустоты нижнего этажа в целом. Варс, кабинет наркобарона. Как только вы ворвались в кабинет, на вас со всех сторон наставили пушки спрятавшиеся охранники. «Засада!» — закричал ваш спутник. Это были его последние слова, выстрелив с плазмогана, снес ему полбашки. К счастью, вы успели взять на прицел наркобарона, сидевшего за своим столом. Охранники не решали стрелять вас, боясь, что вы сможете прикончить их босса. «Бросай оружие и сдавайся, Лесморг», — сказал наркобарон. «Игра окончена. Это единственный шанс остаться в живых». Вы подумали, что слова наркобарона звучали более чем убедительно. Шансы убить охрану минимальны. Возможно, стоит прислушаться к голосу разума и сложить оружие. На самом деле, да. С этим в нашем КП... Брось оружие и сдаться. Брось оружие и подняли руки вверх. Их, впрочем, тут же скрутили подручные Гальца. «Молодец, Лесморг», — сказал тот. «Впервые за последние сутки вы приняли правильное решение. А теперь разрешите мне представиться. Меня зовут Яосам. Я здешний резидент спецслужбы планеты Литамая. А это кто тогда такой?» — изумленно спросили вы, кивая на труп вашего бывшего напарника.
Это некто Палатрон, глава одной из местных преступных группировок. Я пробую вам все объяснить, но только после того, как вы пройдете принудительное ментоскопирование. Это поможет мне саму прояснить некоторые детали. Вас отвели в другую комнату, где уже было приготовлено необходимое оборудование. Привязав вас к стулу, охранники надели на вашу голову специальный шлем. Пустили ток, и вы снова провалились в темноту. Очнуться. Знание медленно и неохотно занимало свое место в вашей голове. Кто я, где я? О чем идет речь? Сейчас вы поняли, что вы знаете ответ на все эти вопросы. Вы, рейнджер Элис Морг, находитесь на планете Бихена по заданию гальских спецслужб планеты Литамай. Вы даже сумели вспомнить лицо чиновника, который дал вам это задание. Вы также вспомнили всю вашу жизнь, включая последний день. Вас подвергли метаскопированию, и память вернулась к вам. Вот только смысл всего происходящего в этот последний день все еще оставался для вас неясным. Ваши размышления были прерваны знакомым голосом. Ага, наш Лисморг, кажется, очнулся. Открыв глаза, вы увидели перед собой вчерашнего гальца, то ли наркобарона, то ли резидента. Он сидел в кресле за столом в своем кабинете. Вы также обнаружили, что сами сидите в таком же кресле напротив него, и ваши руки и ноги больше не связаны. Судя по всему, в кабинете больше никого не было. Что здесь происходит, черт побери? Мы подвергли вас метаскопированию, и картина теперь полностью ясна. Вы должны были встретиться со мной на квартире моего агента, который под видом барыги пытался войти в доверие к патрону. К сожалению, мой агент был раскрыт. Бандиты выпытали у него все, что он знал. Так что в квартире вас ждала засада. Сначала бандиты, по-видимому, хотели убить вас, но затем они придумали более изощренный план. Уничтожить резидентуру спецслужб планеты Литамаи с помощью ее же наемника, то есть вас. Для этого вам ввели препарат, вызывающий временную амнезию. А затем разыграли перед вами целый спектакль. Практически все, кого вы встречали после этого, как очнулись в больнице, были специально для вас подставлены. Все, начиная с доктора Тяпши-Ляпца, санитара, кончая барменом и самим патроном, говорил вам то, что должно было вас побудить вас напасть на мою виллу. Что вы в конце концов и сделали? Иначе я провалил свое задание. Как ни странно, нет. Вашим заданием должно было стать выяснение механизма доставки наркотиков с планеты Бихена на гальские планеты, а также ликвидация патрон. Судя по вашей метаграмме, доктор Тяпша-Ляпц является членом банды, ровно как и санитар муниципальной больницы 3. Можно с уверенностью утверждать, что наркотики доставляются на наши планеты под видом гуманитарных грузов медицинского профиля. Зная это, мы без труда сможем пресечь их дальнейшие поставки. Ну а патрон, как вы понимаете, вчера был убит прямо здесь, в моем кабинете. Так что задание вы выполнили, можете теперь спокойно лететь на планету для Тамая за своими гонораром. Впрочем, если у вас есть какие-то вопросы, то я с радостью на них отвечу. Вы долбогрыз, да? А может, на самом деле настоящий патрон? Все это спектакль из спектакля? Чем здесь пуляй косорукий и его брат? Какой еще пуляй? Какой косорукий брат? Удивленно спросил я сам. Вы что, еще кого-то убили? Нет, что вы. Впрочем, не важно. Никаких пуляев мы вам не заказывали, так что оплачивать не собираемся. А почему наркобарон лично пошел на штурм? И вы же начинаете соображать. Почему же раньше вам не пришел в голову аналогичный вопрос? Неужели вы не видели дыры в рассказанной вам бандитами истории? Я могу указать вам кучу таких дыр. Зачем наркобарону самолично вести товар дилерам, когда для этой цели существуют наркокурьеры? Зачем было бандитам оставлять вас живых после явки в квартиру? И лучше ли было вас убить? Причем гальский резидент, как только он представился, ждал вас в баре. Чего он взял, что вы являетесь именно в этот бар? Неужели вам все это не казалось подозрительным? Мне кажется, ты подозрителен. Я могу объяснить это только полученным вами ударом по голове. Ведь если вы задумывались об этом чуть раньше, вам не пришлось бы ремонтировать свою виллу. Мне бы не пришлось ремонтировать свою виллу. Вы так и не ответили на мой вопрос. Почему патрон полез в пекло вместе с вами? Во-первых, он единственный галец в банде. Во-вторых, не такой уж и крупный наркобарон, как им себя изображал. Так, лидер одной из местных преступных группировок. В-третьих, у него всегда была репутация рискового парня. В-четвертых, основную работу все равно должны были делать вы. Наконец, в-пятых, кто-то же должен был убрать вас по завершению дела. Как полагаете? Ну, все понятно, нет вопросов. Как насчет премии в 100 тысяч кредитов? Лицо Гальца омрачнилось. Положенного премию 100 тысяч кредитов вы не получите. Она пойдет на возмещение ущерба, причиненного вами в процессе выполнения миссии. На ремонт моей виллы и выплату компенсации семьи убитых вами охранников. Кстати, благодарить Суби за то, что все они были ленгами-дамалоками. Так как если бы вы убили хоть одного гальца, то для уплаты компенсации вам пришлось бы продать собственный корабль. Оно. Надо было пристрелить.
Меняет вопрос. В таком случае, мои ребята доставят вас в космопорт, сказал я сам. Через пару часов вы уже были в своем корабле. Усевшись в комфортное кресло, вы постарались забыть о том, что с вами произошло, и думать только о хорошем. Например, о ждущем вас на планете Летомая вознаграждении за труды. На 5% дотянули. Что-то слишком много хочешь еще. Я, элитный рейндж, выполняю опасные задания. Конечно, я хочу 100 тысяч кредитов. И бомбить виллы. Гальский. Ладно, чач, я думаю закругляться. Потому что еще один квест, боюсь, не осилю. Еще одни математические задачи или сморг. Зачем я хожу в универ? Вот, задачки в рейнджерах решать. Вот где мозги развиваются. А не эти ваши все дипломы, там, реклама. Ладно, чач, пойду заливать записи. Рейнджеров обязательно еще поиграем. Не знаю, до субботы подрублю или нет. Потому что надо бы... добить мне тут речь защитную дипломную. А в субботу точно подрублю. Всем удачи. Элитный рейнджер Малок, да? Тот самый. Посмотри на его очечки. Явно секретный агент. Просто Леон.